Всем привет, дорогие друзья, а мы продолжаем играть в трансформеров, созданных для сражения, закаленных в бою. Transformers Forged to Fight на русской версии, которая недавно вышла. Сегодня мы будем продолжать наши бои без правил между автоботами и десептиконами из обеих команд. А пока ждем нашу загрузку. Если миссии становятся сложными, улучшите своих ботов. Уже какой-то ветер непонятный слышу. Наверное, уже сейчас прогрузится. У нас тут картинка. Гриндер у нас тут, значит, стоит. О, прикольно. А мы его кристалл можем получить. Давайте получим. Третья звезды-то. Кристалл лидерства. Премиум кристалл. Энергончик. Кристалл стоит. Смотри-ка. Давай запросим кристалл какой-нибудь. Может быть, нам сейчас тот стоящий вылетит. Так, ну что ж, перемещаем кристалличек наш. А, тут мы материалы выигрываем, да? Если мне выпадает одна штуковина. Пипец. Ладно. Закрыть. Что у нас насчет премиум кристалл? О, вон крашер там был. Они тут за стой энергончика, да? Ну чё ж, давайте в бой. Сюжетная. Копите опыт для повышения уровня своего командира и развития базы. Вообще игра классная, жалко то, что она не на все устройства идет, вот на мое устройство вообще не пошла. Не для моих устройств, наверное, она легко идет там на iPhone, iPad, и не страшен. Ну да, у нее тут графа просто зашкалит, поэтому разработчики там и огородили особыми устройством, потому что будет лагать жопа просто. А вот Marvel Битва Чемпионов, это они вот не сильно старались, поэтому оно идет и на наше с вами устройство обычно. Похоже, каждый бот здесь запрограммирован делать только одно — сражаться. Предварительное показание Телетрона подтверждает ваше заявление. Телетрон подтверждает присутствие в этой области многочисленных. Но это я уже читал вам в прошлой серии. Так, ну что, погнали. Я не знаю, кто вы, но я советую вам снизить обороты. Ринокс. Незнакомец, вы не пришли.
причиним тебе вреда. Мы просто хотим собрать ресурсы для починки нашего корабля. Ах, правда? Что ж, дела плохи, приятель. Ресурсов мало, а все хотят их заполучить. Хотите забрать мои, тогда придется иметь дело с моими друзьями. Друзьями? О да, я называю их адскими турелями. Ну что ж, сайт свайп поставим против Ренокса. Наверное, у него какие-то там эти турельки есть. Ему зачем-то тоже нужны ресурсы на этой хрени. Интересно, почему он не знакомец? Он же как бы... Ну да, обычно тут автоботы Десептикона, а вот Ренокс он там... имеет вообще какой-то другой знак. Судя по всему, он относится к какому-то звериному новшеству, а может быть, он из будущего. Даже сейчас вот в трансформерах «Битва на Земле» есть такой вот там про битвы из будущего, там заполучить там ботов из будущего, там всяких. И у них там как раз такие знаки. Чё, Ренокс? Автоботы не сдаются, понял? Чуть-чуть. Слушай, это было мощно. Против человека в начало подправлять. Отлично, у меня теперь второй уровень. Здесь на кончиках. Это неплохо. Давай следующий. Давай. Или улучшим кого-нибудь. Кого мы можем улучшить? Мы должны посмотреть, что мы можем сделать Гриндеру тут. Нашему милому Гриндеру. Ну чё, Гриндер, предлагаю тебе вот это вот вложить. Давайте я прокачаю. Ну чё, Гриндер? Теперь нам надо... Тугодума замочить, ну, Старскрима типа. Че, начинаем. Игрушка такая интересная, затянула. Это не то, что там Марвел. Битва чемпионов. Каждый класс бота имеет преимущество над другим классом. Это преимущество дает боту бонусную силу для атаки. Ну, предлагаю, что ж, Оптимуса против Гриндера тут. Хотя у нас в команде и так Гриндер был вулгарный, если бы Гриндер против Гриндера, но это уже просто безумие. Не понимаю, как так можно. Получается, есть у нас на нашей стороне и хороший Гриндер, а еще есть и плохой Гриндер, которого нам придется мочить.
и они из одной реальности, их двое. Как так? Я не понимаю. Или тут какой-то парадокс, я не знаю. Повтор миссии позволяет исследовать другие пути. Чем дальше, тем интереснее. Ресурсов один из путей, похоже, решит более грозного противника, вероятно, защищающими ценные припасы. Или же вы можете выбрать другой, более легкий путь, но куда бы вы ни отправились, вы пойдете от моей руки. Старскрим, ты так ничему и не научился. О, я изучил множество автопридурков. Я узнал, что сила руды 13 позволит мне сделать то, что никак не удавалось Мегатрону раздавить вас. Интересно. А может быть, давай Аранхайда попробуем завалить за ресурсы. Да, мы справимся, чё ты. Иди туда. Нужны более ценные ресурсы. Так, Гриндер, 104, Аранхайд, 105. Ну что ж, у нас будет, в принципе, сейчас прикольный бой. Гриндер, мочи Гриндер.
Нам нужно больше ресурсов. Мочи его. Гриндер, вон, уклон Гриндер сказал. Вау. Это ракета, хватит мне Гриндер. Давай, заканчивай снова. Вообще молодец. Охренеть, я вот сейчас вот в наушниках своих слышал, как там это... полиция ехала, вот прям сирены слышала. Охренеть, вот это вот круто нафиг. В картах помимо того, то что еще и декорации, еще и звуки городские такие. Охренеть. Ну чё? Старскрим. Командир, мы нашли на этой планете... прям комплекты, которые могут нам помочь. Это был один ваш инвентарь перед началом миссии. В случае нужды советую использовать его перед вашим следующим боем. Да, командир, прислушайтесь к вашему подобному главврачу. Правда, это ничего не изменит, когда я с вами покончу. Вы все загремите в лазарет Рэтчета. Так, Оптимуса, нет Оптимуса, плюс на Старскрим, давай, бой. Первая звезда, ну вот и открывает вторую спецатаку на втором ранге, это мы знаем прекрасно. Заканчивать с тобой. Кстати, заметили, у нас игра стала вообще не лагать. Мне это очень радует. Это, кстати, что за город? А, это, наверное, из четвертой части, там, кейсайд. Так, что, охренел? Что за город? Главный, я уже справил. Ты... Чё? Я Оптимус Прайм. Нельзя так со мной. Отлично. Так, отлично. Мы вот просто энергон набираем. Безумно быстро. Это круто. Скоро премиум кристалл будем использовать. Может быть, нам кто-то новенький выпадет. Командир, Роуд только что завершил разведку. Лежащих земель. Там клубящаяся пыльная буря масштаба бета-4. Он думает, что видел в клубах нечто похожее на Динобота. Моя не есть Динобот, моя есть Гримлок, король Динобота. Ой-ой, кажется, ситуация обретает несколько тупой оборот. Тупой? Что это значит? Моя расплющит тебя. Когда моя готов. А это
сейчас будет последний бой на сегодняшней серии. Потому что мы уже завершили первую главу, закончили вторую. Небольшую такую главку. Ну, блин, игра затягивает. Я бы еще поснимал. В эмуляторе вводить. Имеет просто жесть. Ну-ка. Это шутка. Еще бой. Я получил новые данные по гримоку. Он нас опережает из-за того, что мне удалось собрать. Ясно, что он готовил нечто для усиления своей обороны. Ва-ва-ва, Броу говорит слишком много, но его прав моя иметь секрет боя. Моя ученый умный. Командир, вы можете заняться текущей работой. Я разузнаю про его секрет и доложу вам. Так. Я люблю награды. Большие награды. И я буду мочить тех,
кто мне не дает эти награды. Нажмите с удержанием для нанесения тяжелой атаки альтформа ваших ботов. Прорвет блокировку врага. Отлично, сейв свайп. Очень даже неплохо. Сейчас я вот забираю свою награду. Сорян, Мираж, но мне сейчас будет лень сражаться. Я предпочту к себе вот сюда слазить. Так. Я же эти подарочки получил, ну-ка. Да. Да, искры нет. Это вот тут вот. Магазин. Избранные комплекты. Ага, боты. А че я могу за бесплатно получить? А у меня же из кристаллов нет. Стоп. Забудем. Вообще супер. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, хотя стопы. Мне на бой ученик кристаллов. Ну что ж, дорогие друзья,
вами был Тутен Паут. Всем до скорых встреч. Всем пока. Не забывайте ставить лайки.